Подвели итоги, определили планы на будущее и наградили лучших. В Сургуте прошло собрание секретарей первичных отделений с председателями счетных комиссий Всероссийской политической партии «Единая Россия». В рамках заседания благодарственные письма от регионального отделения получили общественники и представители СМИ. Так, за плодотворное сотрудничество отметили наших коллег, редакцию газеты «Сургутская трибуна» и нашу телерадиокомпанию «Сургут-Интерновости». Секретарь местного отделения партии Дмитрий Попов подвел итоги прошлого года. Дмитрий Валерьевич отметил, что 2015 был богат на знаменательные даты, такие как 50-летие города и 70-летие Великой Победы. Партийцы активно принимали участие во всех городских мероприятиях, и самый яркий пример – это, конечно же, акция «Бессмертный полк», когда тысячи сургутян с фотографиями своих родных, подаривших нам победу, вышли на улицы города. Такой полк не оставил никого равнодушным.